Hello, I'm Francis. Kind of top 40 from the rock. That poor unknown beggar woman, eternal Lord, author of all compassion, who enlightened the Buddha, and in whom all creation has its being, inspire our darkened minds, enlarge our narrow sympathies, deepen our shallow love, so that we may seek to serve thy world with ever-increasing compassion for the sake of thine own divine compassion. Amen.
I
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Vagy vegyük azt a mondatot, kár, hogy nem igyekeztél jobban. Vagy vegyük azt a mondatot, kár, hogy nem igyekeztél jobban. Vagy vegyük azt a mondatot, kár, hogy nem igyekeztél jobban. Vagy vegyük azt a mondatot, kár, hogy nem igyekeztél jobban. Vagy vegyük azt a mondatot, kár, hogy nem igyekeztél jobban. For the terrorist, publicity is the essential element. And this means yet another dilemma for liberal democracy, that of possible boundaries to the principle of free reporting by press and broadcaster. What is the newsman's answer to the suggestion that he's playing into the terrorist's hands? If a major terrorist activity happens, we clearly have got a duty to report it. What is the alternative? That we say nothing about it and that rumour spreads like wildfire? And whether or not in the public interest, and we are a public service broadcaster, we are required to report this. It is clearly quite impossible, but I think you have to be fairly careful and fairly cautious about the effect your material is having on other people. The United States has already turned the south of the Korean Peninsula into its nuclear arsenals. It stockpiled more than 1,000 nuclear warheads, neutron warheads among them, in the area.
Thank you.
Обращение Красной Армии. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли. Капиталисты Англии, Франции, Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия сплотилась, поднялась, прогнала помещичьи войска и белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, союз рабочих и крестьян Красной Армии прочен, тесен, нерасторжим. Кулаки и очи
обмануть крестьян. Крестьяне знают, что только в союзе с рабочими одолеют они помещиков. Иногда называют себя коммунистами в деревнях, худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина. Рабоче-крестьянское правительство твердо решило бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся как к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не наживается на чужой счет, как кулаки. Средний крестьянин трудится сам, живет своим трудом. Советская власть подарит кулаков, очистит деревню от тех, кто несправедливо относится к средним крестьянам, проведет во что бы то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством и с беднейшим, и с средним. Этот союз растет во всем мире. Революция близится, нарастает везде. На днях она победила в Венгрии. В Венгрии установлена советская власть, рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, стойко, дружно, смело вперед против врага. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире.